100% будешь в шоке, ведь я хочу тебе подарить данный нож ценой 12 тысяч рублей. И для того, чтобы ты выиграл его, тебе надо подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий от 5 слов. Также зайти в Telegram по ссылке в описании и нажать кнопку «Участвовать». Результаты будут, когда на канале будет 125 тысяч подписчиков. Желаю тебе удачи. 479 рублей баланс на гифдропе. И что-то я давно не заходил на один из самых окупаемых сайтов по кейсам CS2 и не проверял его слово баланса. В общем, я очень долго думал на протяжении примерно минут 5, сколько закинуть на этот сайт, ведь я смотрел, что здесь невероятное количество кейсов, которые можно пооткрывать, и все они содержат, ну как мне кажется, очень уникальный дроп. Потому что есть очень много дешевых кейсов, есть очень много дорогих. И я подумал, зачем закидывать много, если можно зайти с минимального баланса и попробовать окупиться. Не знаю, насколько далеко мы сегодня зайдем и вообще сможем ли зайти, но давайте сразу о самом интересном. Если ты когда-то зайдешь на этот сайт, вдруг случайно, вдруг не случайно, используя самый рабочий и самый лучший процент пополнения, этот промокод ОТЕС. Да, он дает самый большой бонус в виде 40%. То есть, по сути, любая сумма, которую ты бы сюда не закинул, она умножается на 40%. 1000 это 1400. 10 тысяч рублей это 4000 рублей бонусом совершенно бесплатно. И так работает абсолютно со всеми депозитами. Но также ты получаешь токены события, которые ты можешь потратить вот здесь. О, у нас, кстати, 291 токен, но я не буду сейчас специально нажимать. Давайте в конце ролика это сделаем. Оставим, так сказать, самое интересное на потом. Потому что, не дай бог, но сейчас здесь нож выпадет с ивента, а он может выпасть. И мы тогда вообще весь ролик, ну, весь ролик пойдет не по тому руслу. Поэтому поехали. Летние кейсы сразу с первого. Я не знаю, ивентные это кейсы или нет. Ну давай, пляжный кейс всего лишь 21 рубль. Поэтому 210 рублей, 217 рублей за 10 открытий. Тут 2 ножа и перчатки. Честно, не знаю даже, возможно сегодня окупиться или нет. Но давайте просто смотреть. Потому что будем... Неплохо! С первого кейса дань уважения. Как тебе такое? 644. Да, очень хорошо. Я бы даже сказал отлично. Интересно еще посмотреть, какого качества. Мне очень нравится, что здесь на сайте указаны качества. То есть, если тебе выпадает медвежий, то тут немного поношенный. Если бенгальский тигр в трех качествах. Если и, допустим, закрученный USPS, то ты можешь посмотреть, какой тебе выпал, чтобы сразу забрать его в Steam. Это пипец, как удобно. Ну и 644 рубля за первое открытие. Давайте говорить честно, это обалденно. Можем попробовать, конечно, ягодный бум. А давай попробуем. По сути, мы в одном кейсе проиграли, в другом кейсе выиграли. Но вот на 10 раз я не уверен. Давай попробуем на 5. Хотя нет, слушай, Наваха, еще тычки, еще в 9. Давай попробуем на 10. Безумно хочу открыть. Поехали. Сейчас задача все-таки в первую... А что-то не открывается. В первую очередь выбить 2-3 тысячи рублей. А дальше... Ну нет! Он сейчас просто одни револьверы даст. Господи. Просто одни револьверы. 176 рублей. Ну здрасте, приехали. При том, что первый кейс невероятно сильно купил. Второй кейс как будто бы подслил, ну да ладно. Тогда опускаемся в свежую сборку, потому что в этих сборках есть максимально... Блин, а может вот этот кейс открыть? Как его? А, вот который мы открывали, 130 рублей, 102... 130 рублей, 3 открытия, 390, поехали. При том, что знаете, как я вам скажу? В прошлом... Нормально, сколько стоит? Бро, а ты не забыл лайк поставить? Пожалуйста, поддержи этот ролик, я очень старался. Ведь для тебя это всего лишь одна кнопка. Спасибо тебе огромное. Нормально. Я только что хотел сказать о том, что прошлый кейс мы открывали, который стоил 270 рублей или 217 за 10 открытий. И там лежали ножи и перчатки. Здесь 130 рублей за одно открытие. Ничего не лежит, зато выпала аквама... А, кстати, аквамаринка выпала за 5200. Ни хрена себе. В качестве немного поношенной. Знаешь, если бы она выпала в качестве 1000 дамбеска, 1200 рублей, я бы абсолютно так же радовался. Поэтому давай еще раз. И вот теперь на 1300. Не, слушай, прикольно, мне очень сильно понравилось, что если падает скин, он падает именно тебе в качестве немного поношенного. Это супер круто. Это прикинь, он нам сейчас просто дал какой нереальный буст. Просто нереальнейший. Ну да, сейчас, конечно, подслил, но да ладно. 450 рублей, хотя бы хоть что-то мы выбили. Ну ладно, давай. А, вот, допустим, Alan Wake. Вот здесь уже 2 ножа и 2 пар перчаток. И вот опять же, ты не знаешь, какой кейс открывать. То есть открывать кейсы, в которых больше всего ножей, в надежде, что тебе выпадет нож. Потому что гифдроп — это тот сайт, который может выдать тебе нож с лоу баланса. Либо же наоборот, открывать дорогие кейсы, где нет позиции нож.
382. В надежде, что ты там что-то хотя бы да выбьешь. Опа-па, Сигма. А чё, давай попробуем. На 3900, я понимаю, что это максимально странно, но давай. Просто вау, бабочка, керамбит и М9 байонет. Ой-ой-ой, какой же сейчас будет просак. Блин, у нас только что было на ровном месте 5000 рублей или 6, и мы вернулись 1000. Блин. Вот на самом деле, когда ты открываешь такие кейсы, вот самое интересное, что тебя может как постоянно окупать, так постоянно и сливать. И ты фиг угадаешь. Но в любом случае, суть такова, что ты должен чем можно больше открывать. Что-то выбил, подзабрал. Что-то выбил, подзабрал. Я сегодня, вот честно, положа руку на сердце, хотел выбить всего лишь одну позицию. Это позиция нож. Не знаю, дойдем мы сейчас до нее или нет, но я безумно ее хочу. 444. Блин, ну число хорошее, но как будто бы, знаешь, как будто бы не очень. Ну, поехали. В любом случае, ребятки, не расстраиваемся. В любом случае, мы начинаем с 400 рублей, поэтому нам переживать смысла абсолютно нету. Выбьем хорошо, не выбьем. Ну, ничего страшного. Похоть. Вау. 33 тысячи, а вот это я 100% ставлю на вывод. Обязательно поставьте лайк на этот видос и, конечно же, не забывайте использовать промокод ОТЕЦ. Бонусы заберем в следующий раз, все заберем в следующий раз, а сейчас я просто хочу забрать коготь за 33 тысячи. Это, чтобы вы понимали, мы открыли кейс за 260 рублей. Жесть!